В Байдыбекском районе открылся сервисный офис, который позволит всем гражданам оперативно и в комфортных условиях получить консультации от квалифицированных специалистов по интересующим вопросам. В открытии сервисного акимата приняли участие первый заместитель руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай и аким района Ержигет Шарибеков. В офисе сервисного акимата, открывшемся в здании акимата Шаянского сельского округа, предоставляются услуги в сфере земельных и жилищных отношений, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства, занятости и социальных программ. Там работают 8 специалистов. Преимущество сервисного акима – это возможность получать государственные услуги в одном здании. Сервисный акимат предполагает оказание широкого комплекса услуг для граждан в режиме одного окна. Здесь предоставляют 70 государственных услуг в электронном виде и на альтернативной основе через портал ЕГОВ. Миссией проекта является сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти. В целях сокращения уровня и формирования всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти и формирование антикоррупционной культуры при сервисном акимате функционирует офис Адалдагаланга. Также в народном офисе работают справочные, залы ожидания и обслуживание населения. Создан уголок самообслуживания и электронного правительства. Поступившие обращения и вопросы будут направлены в акимат и соответствующие отделы посредством электронного документооборота. Проект «Сервисный акимат» позволяет не только сконцентрировать в одном месте учреждения, оказывающие государственные услуги, но и создать комфортные условия для граждан и беспрепятственно получать услуги.